Продукты в магазинах города подорожали необоснованно. В среднем увеличение стоимости составило от 10 до 40%. По результатам прокурорской проверки предостережения вынесли руководителям предприятий «Сибирский деликатес», «Халифуд», «Крым» и «Протторг». Всего с начала февраля выявили 79 нарушений закона в сфере ценообразования. Самый значительный размер торговой надбавки в Ленинском округе – до 43,3% – зафиксировали на продукты питания в магазинах торгового дома «Шкуренко». По информации прокуратуры округа, оказались необоснованно накрученными цены на круглозерный рис, пшенную крупу, сливочное масло, муку и молоко. Кроме того, выявлено нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства в части неудовлетворительного содержания складских помещений и несоблюдения температурного режима хранения кондитерских изделий. По результатам проверки прокуратура Ленинского округа вынесла постановление о возбуждении в отношении должностного лица торгового дома «Шкуренко» дела об административном правонарушении. Получить комментарий руководителя торгового дома Виктора Шкуренко не удалось. Бизнесмен в командировке, но готов нам прокомментировать ситуацию на следующей неделе. Смотрите новости на Антенне 7.